Всем привет из Киева, столица Украины. Сегодня 7 марта 2015 года. Я под Киевом. Вообще говоря, здесь на дачах. Так что привет из украинского села. Привет с украинских дач. И всех женщин с 8 марта, потому что сегодня 7 марта. Всех заранее поздравляем. Чего? И здоровья всем желаем. Кого я здесь хотел показать? Хотел показать разных насекомых, которые здесь в огороде прячутся. Ну вот они как раз еще некоторые из них летают. Сейчас пытаюсь к ним подойти поближе. Потому что солнышко, сейчас 3 часа дня, вот как раз здесь еще летают комары. Точнее говоря, это двукрылые. Я думаю, что это не комары, это, скорее всего, здесь двукрылые лимониды. Не похожи на цитадемид, а похожи на лимониды. Вот я здесь все-таки пришлось поймать пяток экземпляров. Оказалось, что это самцы роения. Вот солнышко, на солнышке, наверное, градусов 10-15. Так что они радостно взлетели, пришлось их поймать. Конечно, под листиками сидят божьи коровки. Под листиками здесь сразу же оказались виноградные улитки. Вот такие они всегда в огороде. Их очень легко найти. Уже всходит первое растение. Уже проклёнываются тюльпаны. Зашли здесь первоцветы, крокусы. Зашли беленькие подснежники. Вот сейчас покажу. Где-то здесь спряталась и божья коровка. И покажу вам лимонид, которые уже сейчас, 7 марта, отогрелись, взлетели и роятся. Сейчас покажу их крупным планом, как они выглядят. Вот они здесь как раз. Вот несколько экземпляров. Вы видите, что они стройненькое тело, длинные такие ножки. На конце брюшка, видите, такое клеще. Да, что это самцы. Вот такие темные крылышки. Думаю, что это семейство лимониды. Комары-званцы. Вот очень типичный для них габитус. Мы еще аккуратно посмотрим по определителю, что это за виды. Что это за вид. Похоже, что здесь только самцы как раз летали. Вот там. Живность шумит. Где-то на огороде на соседнем. Так что вот такие насекомые уже отогрелись весной. И здесь вот здесь летали как раз около земляники. Вот как раз здесь на этом пятачке. На вот этом пятачке, где я сижу, на меня солнце светит. Они как раз здесь напротив, на солнечном участке, взлетели и прекрасно кружились, роились. Так что весна начинается. Выходите в поле, выходите в огород. Наблюдайте за природой. Может, кого-то соберете. Понаблюдайте за ними. Вот, роятся. Ну ничего, я их уже немножко снял. В отдельном сюжете будет сразу после этого показано, как роились лимониды здесь на огороде. Так что всем привет. Пока. Если вам понравился сюжет, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и следите за тем, кого мы еще здесь найдем. На огороде или в листве, или вообще, кто здесь еще живет. Будем показывать. Всем пока.